Скажите, пожалуйста, пару слов для телеканала «Светотень». Вы часто гуляете по полю? А если гуляете, о чем вы думаете? Что вы чувствуете? И какое поле вообще у вас? Поле вашей жизни? Вот на эти вопросы ответы я дать вам не могу. Только вы сами. Как вас зовут и откуда? Меня зовут Елена Острая из Казани. Спасибо большое. Пожалуйста.